о методах работы банковских коллекторов, добивающихся уплаты просроченных долгов от клиентов, многие знают либо на собственной шкуре, либо понаслышке. Но то, что услышал в свой адрес клиент банка «Русский стандарт», живущий в Нижнем Тагиле, Тарун Катаян, кажется, переходит любые границы. Судите сами. Она представилась юристом банка «Русский стандарт». Она позвонила и спросила: «Тарун Александрович, вы нашли деньги?» Я ей сказал, что я не нашел. Она мне предложила идти резать детей с малого до большого. То есть 11-месячного, 3-летнего и 7-летнего. Вот аудиозапись того разговора, о котором говорит мужчина. Нашли, говорю, деньги, Тарун Александрович? Да, я вас слушаю. Я говорю, деньги нашли? Деньги не нашел. Понятно. В общем, Тарун Александрович, идите сначала резьте своих детей. Сейчас, прямо берите нож и начинайте резать своих детей по одному. Потом зарежьте жену свою. А потом ночью идите и сам вешайтесь. Потому что с завтрашнего дня в своей жизни начинается ад. Я лично за этим буду следить. Ты меня понял? 45-летний гражданин России Тарун Алиханович Катаян, живущий с женой и 3 малолетними сыновьями в Нижнем Тагиле, в ноябре прошлого года взял кредит в отделении банка «Русский стандарт», расположенном в доме номер 30 по улице Фрунзе, в том самом Нижнем Тагиле. Первый займ в размере 200 тысяч рублей, чуть позже еще 300 тысяч и, наконец, кредитную карту того же банка с лимитом 75 тысяч рублей. Всего таким образом порядка 600 тысяч. Сумма его ежемесячных платежей едва превышала 25 тысяч рублей. В феврале этого года, уйдя с работы по причине снижения заработной платы, Тарун Алиханович обратился в банк с просьбой отсрочить очередной платеж на пару месяцев до устройства на новую работу. Но банк в отсрочке отказал. Собственных накоплений, а также занятых у друзей денег, должнику хватило для расплаты с банком только до апреля. А в апреле вместо 3 платежей он смог внести только 2, задолжав тем самым банку около 10 тысяч рублей. Уже в начале мая, то есть через 22 дня после просроченного платежа, тагильчанин услышал первый звонок с московского телефонного номера 221-53-20. Первый звонок предупреждения от банка был, по-моему, 7 числа, а потом 8 числа было несколько звонков подряд. 19.09, 19.22 и 20.32. В первом и во втором тоже были угрозы. Были угрозы, что детей не пустят в школу учиться, там будут везде развешены мои фотографии, что я такой злостный нарушитель, что у меня есть долг. А потом вот 20.32 я записал на диктофон. Ну все, Тарон, ты понял, что тебе делать? Я понял. Все, бери нож. Тарон. Вас голос. Тарон. Завтра будет слушать прокурор. Молодая. Тарон. Рот закрой, чмо. Хорошо. Иди нож бери, я тебе говорю. Звонившая представилась должнику не то Ларисой, не то Лолой. Мужчина тогда еще не записывал ее речи, к сожалению, не запомнил имя. Но мы проверили указанный тагильчанином телефонный номер по интернет-справочникам. Принадлежность его банку «Русский стандарт» подтвердилась. Правда, позвонить в сам банк с помощью этого номера нельзя. Он работает только в одном направлении – из банка к клиентам. Алло. Ларису Ивановну хочу. Отзывов о звонящих с этого номера в интернете хоть отбавляй. Большинство людей жалуются на хамство и некомпетентность. Так, например, 1 июня этого года некая Ольга пишет: «Оформила в этом банке кредит неделю назад, следующий платеж 25 июня, а с этого номера уже звонят, требуя расплаты». Но Ольге только можно позавидовать. То, как разговаривали с женой нашего зрителя, даже грубостью назвать трудно. Жена услышала, что эта женщина со мной разговаривает. Она попросила мне, говорит: дай мне трубку, я сама с ней поговорю, что тебе женщина. Она взяла и сказала: здравствуйте. Она говорит: здравствуйте, Сусанна. То есть я уже именно называл имя своей жены. Вот. Она жене сказала, нет, жена
она сказала, люди берут кредит миллион и больше, и просрочивают, и так, такие слова людям не говорят. Она в ответ жене: Сусанна, возьми нож и иди режь детей. Сусанна, сейчас бери нож и иди начинай резать своих детей по одному. Сначала маленького, потом среднего, потом большого. Потом муж пусть тебя зарежет. Слышишь? Потом муж пусть тебя зарежет. А ночью ваш муж, твой Тарун пусть идет и вешается. Потому что начиная с завтрашнего дня в вашей жизни начинается ад. Так слушай, мы же могли что-нибудь делать, мы же не убегаем, мы же ничего не говорим, просто сейчас работу потеряли. Ты меня слышишь, нет? Мне плевать, что вы потеряли. Иди, иди, начинай резать детей. Но и эти разговоры еще можно считать цветочками в сравнении с прямыми угрозами, прозвучавшими с номера банка «Русский стандарт» жене клиента, задолжавшего 10 тысяч рублей. Как младшего ребенка зовут твоего? Ребенку не трогай, слушай. Как зовут младшего ребенка? Или я завтра его просто украду и сдам на органы? Аудиозапись этого телефонного звонка наш зритель отнес в прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего Тагила, откуда вчера пришло уведомление о начале доследственной проверки по факту прозвучавших оскорблений и угроз. Из банка Тарону Катаяну также уже позвонили и посетовали на свою сотрудницу, то ли Ларису, то ли Лолу, то ли Людмилу Ивановну, как та представлялась другим абонентам. Но простых извинений тагильчанину уже мало. Я просто-напросто